привет. Привет. Как зовут тебя? Вадик Денисович Бабич. Ничего себе, какой ты уже серьезный. Сколько лет? Сколько лет? 5.5 В садик ходишь? Конечно. Слушай, а девчонки в группе есть у вас? Да, одна симпатичная в меня влюбилась. Ай, как ее зовут? Аня. Аня? Да ты шо? Так у вас любовь? Конечно. Да. Мы прятались от воспитательки и тихонько пошли в раздевалку, оделись и на улице уже свои выбили окна. Класс! В лимузин приехал, мы поехали туда-туда и будем уже по домам. А скажи, вы поехали в свадебное путешествие куда-то? Да. Куда? На море. Да ты что? На какое море ездили? На Волынске. Да, ого! А там же ж недешево, наверное. Конечно, недешево. У него фантазия очень сильно развинута. Очень любит на себя одевать разные плащи, там, представлять, что он... Может быть, или маг, или фея какая-то, он там себе там фантазирует. У меня даже есть плащ Эльзы. Ого! Я могу заморозить всех. Когда я в этом плаще, я могу заморозить всех. А когда у меня нет плаща на вот этот, на горле, то я не могу. Я просто застываю без плаща. А ты можешь что угодно наколдовать? Могу. Могу наколдовать микрофон. А ну-ка, наколдуй. А как же я без палочки? Палочка у меня дома. Ты на камеру не смотришь, окей? Я смотрю только на вот эти. На жюри? Да. Он многогранен, он много чего делает. Нету такого, что у нас ребенок там поет. Либо там он там танцует, например, в хип-хопе или что-то там в каком-то направлении. Какой у тебя талант? Владислав. Сумасшедший. Понятно. Ой, какой рыжий. 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 Рыжий, классный. Рыжий. Ай, все, я рыжий. Привет. Не называйте меня Рыжим, потому что у меня есть имя Владик. Влад. Добрый, я больше тебя не буду называть Рыжий. Скажи, будь ласка, мне, Влад, яка твоя улюблена игрушка? Игрушка? Ну да. Да я вообще не занимаюсь игрушками. Такими пустяками. В отличие от вас, Игорь Васильевич. Секунду, подожди. Ты не играешь в игрушки? Нет. А чем ты занимаешься? Я взрослый. А сколько тебе лет? 5.5 О, не, ну проблема. Что? Мы ж просто в паспорт твой не посмотрели. Добре, чому ти вийшов на нашу сцену? Для чого? Щоб показати талант. Який в тебе талант? Витягуй, показуй. А він у мене там. Понятно. От ще такого не було, щоб приходив учасник, а талант оставляв вдома или за кулісами. Классный ты парень, слушай, с тобой можно разговаривать бесконечно. Давайте посмотрим, да, на твое выступление. Да, я сейчас, мама готовит мой чемодан, я буду сейчас рассказывать стих про жизнь, да. Все, он чемодан, все, я иду готовиться. Ну, давай. То не мама, я бачу. Обстоятельствах. Делайте вид, что на сердце покой. Это ваш шанс избежать обязательства. Всем объяснять, что случилось с тобой. Будет тогда в жизни все замечательно. Снимет любые печали, как рукой. Но главное здесь, при любых обстоятельствах, делайте вид, что на сердце
покой. Все. Какой ты классный парень, честное слово. Ты еще для нас что-то приготовил, мне кажется, да? Ну, да. Споешь? Да, сейчас я только это все уберу. Так, тикс, 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 тикс. Ну, сейчас. Ну, все. Сейчас приду. Одну секунду. Мы не уходим, да. Пока. Мы никуда не уходим. Мы такие же на эпидему. Все. Сейчас я иду готовиться. Можно начинать. Метелью кровь годы души, белела земля. Бессонное королевство, королевой стала я. Мультик, да, ему нравится мультик. И забудь, что прошло уже не вернуть. Отпусти и забудь, новый день укажет путь. Не боюсь ничего уже, быть большой. Отпусти и забудь, я верить зарей. Отпусти и забудь, твоя всегда звездой. Встречу я первый свой. Что это за стул? Скажи, пожалуйста, это что там? Это за стул, чтобы, это начал, лед идет вниз. А, декорация. Да, декорация. Да, Анкишон, зразумело? Влад. Ой, Влад, да. Ты, Влад. Ты очень классный рассказчик, ты артист, это точно. У тебя очень здорово получается. Конечно. Ты, да, и ты это знаешь. Я же плачу от счастья. А вот это хорошо. Плакать от счастья – это прекрасно. И я готова за твой талант сказать тебе «да». Та-дам! Отпусти! Влад, твій талант такий, що його треба ще трошечки доробити, догранити, і все вийде круто за рік. Я не можу тобі сказати так, були розказчики кращі. Хоча 5 років, як можна бути кращим розказчиком, ніж ти в 5 років? І тим не менше, ні. Треба себе стримувати у емоціях до рудих. Не рудий дідя зараз щось скаже. Або не скаже. Влад? Готовий? Да. Мужик? Мужик. Я твой внутренний голос. В прямых эфирах с чемоданом. Я сам. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Порахуйте до сім. Раз. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Влад? Я тобі кажу ні. Це заскоро. Заскоро прийдеш через рік. У тебе два дні, ти не проходиш далі.
Дякуємо, що прийшов. Ти класний хлопчик. Але в цьому році ще рано виступати далі. Папа. Папа. Влад, тебе понравилось на сцене? Да. Что там самое классное? Самое классное, мне нравится та тетя. Слава. Тетя? Да. Слава. Ага. А Диде нравится? Он не очень такой себе. Спасибо тебе огромное за эти слова. Спасибо тебе.